Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить чудесные, шикарные, графические, посмотрите, какое качество, Crysis 3, и это третья часть моего прохождения. Ну что же, отправляемся, нам нужно встретиться с группой Пророка, и, конечно же, нам будут мешать Сел, которые здесь повсюду, они уже знают, что мы подбираемся. И поэтому сами тоже решают не плашать. Мы пытались взять ту башню неделями. Начнем с убийства. Эти лишь расстрелы могут подсветить большую территорию. Этих идиотов. На том озере. О, еще внизу один. Отлично, давайте спрячемся и перезарядим нашу невидимость. Отлично, тут нас не видят. Внимание, Пророк! Подкрепление Сел уже в пути. Ну ладно, ничего страшного, мы как-нибудь это переживем. О, даже нас немного повредило. Смотрите-ка, вертолет. Нифига себе, вот они гранаты кидают, а? Дела. Как будто знают, что мы здесь. Ну, может быть, догадываются, откуда стреляли. В принципе, они не идиоты, как в других играх. Ух ты, смотрите-ка, он патрулирует. Давайте перезарядим невидимость нашу. И пойдемте опять дальше. Так. Вон, я слышу, что они уже где-то рядом. Давайте достанем наш лук. Отлично. И вот тех вот справа, нужно их вынести. По-любому. Так, поднимаемся наверх. Где они? Что-то я не вижу. Одного вижу вдалеке, вон там вот. Убрали, отлично. Так. Где-то здесь как будто второй еще есть. Что-то я его не вижу. В принципе, они догадываются, где мы находимся, да. Так, где же они? Ага. Есть. Как будто где-то вот здесь чувак сидит. То есть, видите красную вот эту отметку? Внизу он, что ли, прям подо мной? Точно. Ха-ха. Красавчик. И давайте прятаться. Восстановим нашу энергию. Ага, интересно, кусты здесь влияют на нашу маскировку или не влияют? Вот это мне тоже очень интересно. Итак, давайте двигаться, заберем наши стрелы. А, видели? Ими гранату кинул. И бах, мы уже палимся, хорошенько палимся. Прочешите его последнюю... Плохо, что здесь нету этого, как в Far Cry. Протокол безопасности не выполняется. Ух ты, я пропустил его. Есть. Так, еще один где-то там есть. Но здесь у нас камушки удобненькие, очень удобненькие. Так, давайте возьмем нашу винтовочку. И вот они. Хорошо, что они здесь подсвечиваются, безусловно. Это очень удобно. Где он? Я же вижу, что он где-то здесь. Причем близко. Близко где-то здесь. Есть. И еще один. Спрятались. Ух ты, граната. Вау. Но она нам не повредила. Ха-ха. Сколько ж можно? Такое чувство, как будто они бесконечные. Долго мы их еще будем тут разоружать? Так, подобрали стрелу. Вот он. Красавец, просто парнишка. Даже не заметил нас. Смотрит такое, а? Что-то странное, что-то необычное. Так, ну вроде все. Надо бы нам стрел пособирать. Подобрали мы одну, вот здесь торчало, по-моему. Да? Или это палка обычная? Не понимаю. Но здесь я уже никого не вижу. Зона, видимо, чиста.
Давайте немного выйдем из невидимости. Ага, стрелу взяли. Карбоновая стрела. Мощно, мощно. Что-то там написано. Нельзя использовать, нельзя использовать. А, пополнить запас гранат. Неплохо. G, чтобы выбрать гранаты. Ага, понятно. Так, ну и давайте двигаться дальше. Третий у нас лук. Сколько там? 4 стрелы. Ну, где-то мы потеряли 2 стрелы. И дошли мы, дошли. Теперь наверх куда-то надо идти, ага. Давайте, давайте двигаться. Ну, как-то тихо здесь, конечно. Внимание! Сброс оружия СЛ рядом с вами. Сброс оружия? Хорошо, ладно. Как-то тихо, конечно, в игре. Не очень сейчас много экшена. В основном такие ходим, делаем зачистки. Мне это, конечно, не очень нравится. Где-то здесь кто-то находится, да ведь? А, нет, это я. Это моя цель. Видимо, так, зачищаем зону, потом пробегаем, потом опять зачищаем зону. Ну, конечно, скучновато, на самом деле. Чисто ради графики, да, графика тащит, безусловно. Ну, посмотрим, что игра предложит дальше. Эй! Как ты нашел этот ствол? Это не важно. Надеюсь, ты знаешь, чем имеешь дело. Давай, пройдем сквозь туннели в депо. Ха, ну да, мы же можем пользоваться оружием пришельцев. Так что да, давайте спускаться вниз. Ух ты! Потерпи, я почти на месте. Состояние критическое. Наверное, броню надо было активировать. Ну ладно, ничего, мы ж пророк. Нам не привыкать. Давай, псих. Ты знаешь, это важно. О тебе и о костюме много говорят. Инопланетные модификации, эти видения. Люди даже не уверены, что или кто ты теперь такой. Во что ты веришь? Я здесь, так? Ну, значит, в меня веришь. Давайте потише. Мы приближаемся к патрулям Сэла. Вода, конечно, неплохая, да. Вода хорошая, все это стекает. Красота. Чё ты все шикаешь на меня, я не понимаю. Сам несется так же, как я. Нужно обойти. Обойти? Что опять обойти? Оу. Ну, лезь. Что ты? Как думаешь, слышали? Окей, встретимся на другой стороне. Я не знаю, ты так орешь, что тебя кто угодно услышит. Не услышали. Конечно, услышали. Сьерра-2, выдвигаемся на позицию. Ну что, опять зачищать территорию? Кто-нибудь видит? Никак нет, сэр. Давайте опять зачищать территорию. О, я ему попал в голову, а он не умер. Да ё-моё, ими граната, вот это мне только не хватает. Ладно, увидели они меня? Да вроде увидели, не знаю. Хотя нет, угрозы пока нет, значит не увидели, точно. У меня же уровень угрозы, и пофиг, что тут тени всякие мои ходят. Воу, ха-ха-ха, беги-беги, парень. Бочки сами не загораются. А что, неплохо мы тут натворили дел. Бочечку одну подожгли, раз. Все. Так, а что у меня прицел-то не приближается? Есть. И прятаться, 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 прятаться. Ну, я в основном буду проходить стелсом, потому что... Проходить здесь, я не знаю, в стиле Рэмбо, это какое-то самоубийство, мне кажется. Да, попадай уже в голову, как ты достал-то, пророк. Стреляет, 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 и все в голову никак. Ну все, кончились эти. Нет, еще один где-то там, я вижу. Ну, давай. Вон он, наверху. Двое даже.
Ой-о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 й-
Такс, где они? Они знают, что я здесь. Это плохо. Они быстро меня вырубают. Вот это, конечно, еще хуже. Так, он все ближе. Но они не знают, что я здесь. Блин, вот эта тень, конечно, то, что от нас остается. Такое палево, на самом деле, лютое. Но... Да, им... Проверьте везде. Он может маскироваться. Придурок, я не знаю. Я только что рядом выстрелил с глушителя. Проверьте везде. Он может быть где угодно. Ох. Граната. О-оу. Есть? Ну, давай, еще один. Кстати, про этот псих говорил, мол, вот, не выбивает из невидимости, у тебя, значит, этот лук. Да здесь, я здесь, дурак. Не выбивает из невидимости лук. Но у меня и вот эта винтовочка тоже не из невидимости. Не... У-у-у, там турель. Нет, турель, спасибо. Спасибо, но к турели мы пока не будем приближаться. Давайте я попробую ее взломать. Так, а здесь чувак, что ли, сидит за перегородкой? Есть живые! Черт, черт! Он рядом прямо прошел. А вот это потеха. Дерьмо! Блин, ну он, да, бедняга. Остался один совершенно. Такой, есть живые! Так, что это сейчас было? Кто-то еще здесь есть? Вроде нет. Надо будет почаще смотреть насчет этих турелей. Потому что так раз перепрограммировал, и они уже занимаются тем, что их турель перестреливает. Ну да, паренек явно напугался. Я прикрою тебя, что пророк. Поделать? Я прикрою тебя, пророк? Ну, давайте попробуем прикрыть. Я не знаю, как бы... Мы всех перебили, от кого ты хочешь прикрывать? Всех перебили. Некого. Думаю, они нас услышали. Некого прикрывать. Да, конечно, нас они услышали. Это типа шутканул-то тогда. Что тут произошло, мать вашу? Проверь черные ящики, узнай, как они погибли. Я пойду наверх, посмотрю, что происходит. Окей. Черные ящики? Какие черные ящики? У них тут есть черные ящики, что ли? Ну, взяли боеприпасиков, отлично. А для лука мы не взяли боеприпасов? Нет, что-то они какие-то... Мне что, 6 стрел на всю игру дали? Ходи их собирай теперь. Да. Святые ананасы! Что? Кто это так переводил? Святые ананасы. Жесть. Кажется, их пришельцы тут карают. Да, точно. Ну, в общем, как мне кажется, то, что мы тут расстреливаем этих бойцов СЭЛ, это только вообще, так сказать, разминочка, прелюдия была. Сейчас начнутся ягодки. Как раз таки. Самые ягодки. Так, а сам пришелец-то на меня не нападет? О, еще как нападет, по-моему. Вау! Нифига себе! Да сдохни! Сдохни, вот урод, а! Все. Ух ты, еще и бочка взорвалась под конец, да, ну, убили мы этого зверюга, ух, зверюга, слушайте, угроза у нас по максимуму. Так, а куда нам дальше-то двигаться? Если этого мы убили, еще один, вот это да, дурацкий
пулемет не может толком его убить. Давай, 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 давай. Ес, все, хорошо, псих, хорошо. Я видел. Да, я знаю. Охотники, можешь не говорить, это не по плану. Да, еще как не по плану. Так, ну все, теперь я дверь открою, да. Можно дальше идти. Надо бы мне будет... Цефы, которых я видел, действовали нескоординированно, хаотично, безо всякой стратегии. Как я и сказал, просто бродяги, вылезшие из нор, потому что мы взорвали башню Сел. Наверное, ты прав. Они ведут себя как животные. Никакого коллективного разума. Так где Альфа-Цеф? Оставь. Я окружен Сел и бродягами. Пройди через моторную, встретимся наверху. Так, мне что, теперь каждую мину взламывать? Походу да, но пушечку все-таки мне нужно найти помощней. Потому что это, конечно, хорошо для отстреливания голов этих дурачков, которые, в общем-то, ничем не сделать не могут. Но, да, против охотников мне нужно что-нибудь помощнее, намного мощнее. Так, надо не нарваться на мину, а то я сейчас что-то ускоряюсь, конечно. О, нажмите настроить костюм, выбрать боеприпасы. Сейчас нажмем. Так, 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 стоп. Почему-то у меня... А, материалов нету. Материалы, видимо, придется брать где-то отдельно. Так, что это такое? Это у нас заменить на кейвольт. Кейвольт? Неплохо. Так, а что я могу для нее добавить? Так, нановизор не то. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, прицел. Ну, просто можем прицел улучшить и все, да. Ну, это не очень меня радует, потому что... Я бы лучше пистолет заменил на... Где моя винтовка, которую только что выкинул? Где винтовка? Ну, что за ерунда, а? Взял, выкинул винтовку и теперь найти ее не могу. А, ладно, хрен с ней. Так, куда нам? Плыть, что ли, вниз? Чуть я ничего не понимаю. Ну ладно. Давайте поплывем. Куда плыть-то, не понимаю. Все вообще можно куда-то плыть? Так, ладно, хорошо. Видимо, нам не плыть надо, а залезать, что ли? Или сюда? Странно все это. Так, может, нам вообще в другой проход надо было? А эти мины мы зря тут разминировали? А, ну да, зря мы их тут, наверное, и разминировали. Давайте визор... Хотя, давайте я дальнюю взломаю. А, стоп, нельзя, что ли, так? Ну, ладно. Видимо, можно только ближнюю взламывать. Отлично. Эту можно и перепрыгнуть. Отличненько. Идем, 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 идем. Давай, пророк. Что нас ждет впереди? Так, возьмем боеприпасики. Ага, все, все, взяли, 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 взяли. Все, пошли дальше. Так. Попробуем немного похулиганить. Может быть, получится, не знаю. Нет, конечно, здесь тяжело хулиганить, что и говорить. Что и говорить. О, привет, паренек. Привет, паренек. Ты заблудился? Отлично. Этого мы уделали. Вот я чувствую, выйду из невидимости. Тут же меня найдут. Не то, что я вот тут сижу такой незаметный. И спокойненько отдыхаю. Готов. Надо бы, конечно, более аккуратно мне расходовать стрелы, потому что не знаю, где взять. Нас опять обнаружили. Опять потеряли. Опять обнаружили, опять потеряли. Вечный круговорот. Так, этого мы убили быстро. Хорошо. Мигранат нам не нужна вообще. Вообще не нужна. Так, стоп, 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 стоп. Что там я сверху вижу? Что там я сверху вижу? Что это такое? А, нам нужно туда проникнуть. Ладно. Так, давайте осмотрим. Где здесь враги? Ой-ой-ой. Вниз я не хочу падать. Ага. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Прошли просто как стадо. Один, второй,
Причем предыдущий даже не испугался, даже ничего не сказал. Ничего, нормально так. Ну, убили и убили, подумаешь. Ничего особенного. Он внизу парень забежал, опять наверх. Опять к нам идет. Ну, давай. Давай, давай, давай. А, у нас мало энергии, ладно. Накопим немножко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нас увидели. Нас увидели. Это плохо. Это плохо. Давайте я возьму другое оружие. Выйду из невидимости и убью этого гада наверху. Отлично. Кейвольт, конечно, очень мощная винтовка, я вам скажу. Безусловно. Ну, вот выйду, чувствую сейчас, и начнут меня тут же обстреливать. Потому что они видят нас невероятно хорошо. Только мы чуть-чуть кокетливо ножку нашу покажем из-за укрытия. Тут же нас кто-то видит, тут же нас кто-то обстреливает. Единственное, что вот так за углами отсиживаться. И все. Вообще, конечно, весь этот режим дополнительный в мультиплеере, о котором я уже говорил, это, собственно, вот то, что я сейчас делаю. Только, конечно, у солдат побольше возможностей и мозгов, собственно, потому что у солдат в мультиплеере есть сенсоры, которые, как в «Чужой против хищника», определяют, насколько близко охотник находится. Так, кто-то там один остался у нас, уныло гуляет, где-то вот здесь вот. Вон он. Все, мы его забрали. Кто там заходит с фланга, я не слышу. Здесь где-то была наша стрела. Отлично, вот она наша. Все, у нас по-прежнему 4 стрелы. Я не могу понять, что вот это за... Что вот это вот за цели? Подождите, неужели там пулеметы на дереве стоят? Потому что я вижу луч красный. Вот он идет. Луч красный. Если вы, конечно, видите, очень слабо он заметен. Вот, вот он, красный луч. Куда он идет, я не понимаю. Давайте проследим. Отлично, вот тот у нас уже начал обстреливать. Вот туда он идет. Как будто бы оттуда. Но нет, не оттуда вовсе. А, турель! Да, понятно, это, в общем, турелька была у нас. Все, свободен, ну что ты? Кто-то опять нас видит, что ли? Я не понимаю. По-моему, никто. Но все равно вот эти цели странные. Турель-то там я вижу, это хорошо. Может, я смогу ее перенастроить сейчас? А, приблизиться и взломать. А, еще... Подожди, на 3 метра, что ли, подойти нужно? Попали под огонь! Нужна помощь! Давай, 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 давай! Yes! Все! Развлекаемся, ребят! Развлекаемся! Превосходно, турель наша! Так, надеюсь, тут больше нет турелей. Где-то я вижу, тут еще один парнишка ходит. Вон он, вон он. Давай, турель. Или, подождите, ее взломали уже? Ее взорвали уже! Подожди, ты сказал, что эта маскировка меня не спасет. Да ладно, а вот это что я сейчас делаю? Так, хорошо. Вот здесь кто-то как будто находится, видите, да? Вот он, как будто он прям вообще вот здесь. Я не понимаю, где, кто? Что, это цветы тут растут? Тут нет никого. А, наверное, он над нами. Все понятно. Наверное, он просто-напросто над нами, ребята. Все, все намного проще, чем я думал. Видимо, такими синими целями отмечаются те, кто находится сверху. Так, давайте посмотрим. Ну, это турель, собственно. Ничего здесь нету необычного. А вот этот парень где-то... А, еще одна турель. Нифига себе. Так, давайте ее взломаем. Зафиксировали, зафиксировали. Отлично. Турель наша. Кстати, смотрите-ка, мы в визоре видим, где наши стрелы находятся.
Все, все стрелы мы... Нет, не все стрелы мы подобрали, но зато 7 пулеметы мы дезактивировали. Где-то здесь находится чувак с нашей стрелой. Так, давайте посмотрим. Вон она. Вон она, наша стрела. У нас опять мало энергии. Где этот парень? Главное, чтобы нас обстреливать не начали, потому что это может оказаться для нас фатально. Совершенно фатально. Так, ну, поднимаемся наконец наверх. Туда, куда нам, собственно, и надо. А, вон он. Вон он, этот парнишка. Идет один. Сейчас, мы как истинный охотник. Дойдем и... срубим его. Стой. Опа! Отлично. Пришлите подкрепление! Да, подкрепление вам точно бы не пригодилось. Кто там остался-то, что подкрепление просит? Я его не слышу. Не вижу, не слышу. Кто там остался-то? Так, как нам выйти? Ага, давайте двигаться дальше. Что ж такое? У нас все время энергии мало. Спрятались. Да кто нас видит все время? Я замучился уже. Все время кто-то нас видит. Достал. Честно. По-моему, на той стороне сидит где-то чувак. И палит нас. Да вон он точно наверху. Ё-моё. Готов. Давайте еще подождем энергии нашей. Да опять кто-то нас видит. Просто покоя нету от этого говнюка. И вообще все они вот такие на этой сложности. Видят нас просто моментально. Причем тут же видят, тут же обстреливают. Тут же нас начинают обстреливать. Покоя никакого. И главное, так быстро они убивают эти турели. То есть, по сути, перепрограммировать турели — это так, ерунда, в общем, ничего особенного. Ничего это нам, по сути, такого важного и не дает. Ну и все, уходим отсюда нафиг. Так. Давай, тихо, чтобы не спалили нас. Не спалили. Все, движемся дальше. О, подождите-ка, это что такое? Это же пулемет. Да, кажется, я знаю, как мы здесь будем развлекаться. Что такое, неисправность визора? О, вы поглядите, сколько тут. Что-то создает помехи, я попробую исправить. Поглядите, сколько тут чужих. Ё-моё, вот это да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение третьей части моей по Кризис 3. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.